Здравствуйте! Сегодня мы с вами свяжем красивую ленту в технике ленточного кружева. Для работы нам потребуется моточек пряжи и крючок. Наша с вами лента состоит из двух частей. Это первая часть ленты, вот она посерединке у нас разделена, и вторая часть ленты, то есть мы с вами эту ленту будем вязать из двух лент. Первая лента будет вязаться в одном направлении, а вторая лента будет выполняться в другом, противоположном направлении. Начинаем работу с 6 воздушных петель, замкнутых кольцом. Выполняем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Замыкаем в кольцо, выполняем соединительную петлю, нашу первую воздушную петельку. Выполнили. Далее выполняем 4 воздушные петли. 3 из которых это петли подъема. Раз, два, три. И одна это петля арочки. Далее в колечко выполняем 1 столбик с одним накидом. Провязали. Далее вновь выполняем одну воздушную и выполняем еще один столбик с одним накидом. Далее одна воздушная и 2 столбика с одним накидом. Раз, два. Выполнили. Наш с вами ряд завершен. И мы работу разворачиваем. Выполняем 3 воздушные петли подъема. Раз, два, три. И провязываем столбик с одним накидом. Обратите внимание, верхушку первого столбика мы пропускаем. Верхушку следующего столбика вводим крючок. И выполняем столбик с одним накидом. Провязали. Далее под одну воздушную петлю мы с вами будем выполнять 2 столбика с одним накидом. Выполняем. Под одну воздушную провязываем. Первый столбик с накидом и второй. Полная версия мастер-класса доступна по подписке на сайте charu.ru.